Ну, позавчера здесь такое волнение было, что купание было запрещено, а сейчас все успокоилось с утра самого. Сейчас уже вечер, где-то на около 6 часов. Пляжи наполнились людьми. Солнце сейчас такое, не такое жесткое, как полдень. Вот, и тут, кстати, люди, да, тут уже начали уходить. Сейчас было все заполнено здесь. Это отель White Palace. Он такой здоровый, протяженный. Вот здесь вот начинается. И вон там он почти что до конца это участка идет. Достаточно большой такой по протяженности. Это там вот ретимно белеет. Крепость. Если крепость ретимновскую обозначу. Вот она. Там купол такой, это мечеть крепости венецианской. Она не действующая. Солнце зашло за тучи. Вот, а там другая. Другой горизонт. Это в сторону Ираклиона. Но до Ираклиона еще далеко-далеко. Сейчас резкость попробую навести. Ну не наводится. Не хочет резкость наводиться. На дальнее расстояние куда. Девушки, это наши девушки. Русских тут полным-полно. А вторая по слышимости речь вот в этом районе, это польская. Тут тоже много поляков. Тут два отеля уж польских тут невдалеке есть. Даже флаги польские на них вывешены.